Перед просмотром данного ролика, друзья, я хочу перед вами извиниться, потому что у меня, как оказалось, не записался звук из игры, поэтому все мои подпевки песен будут выглядеть очень тупо, но я на монтаже постараюсь добавить какую-нибудь музыку в нужные моменты, и тогда будет, надеюсь, нормально. Всем приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья! С вами группа AGT, один из ее инициаторов Денис, и это игра Легенды Рестлинга 2. Такая вот у нас заставочка, решил я тут возобновить ретро-выпуски. Великолепная песня группы Салива, Суперстар. Ладно, поехали. В общем, снова. Всем привет, дорогие друзья. С вами группа AGT, один из ее администраторов Денис. И это игра Легенды Рестлинга 2. Это рестлинг от компании Acclaim. Те самые ребята, которые выпускали WWF Attitude, по-моему, WWF Warzone. И все вот эти вот первые 3D рестлинги. Потом они вот решили выпустить вот эти Легенды Рестлинга. По-моему, три части их было. Да, три части. Третья, по-моему, называлась Showdown, если я не ошибаюсь. Это вот вторая часть. Сейчас мы ее потестим, посмотрим. Вышла данная игра в 2002 году, как раз тогда, когда вышел рестлинг от WWE, как его там? А, Shut Your Mouth, да. Shut Your Mouth, когда вышел Shut Your Mouth. Shut Your Mouth. Давайте посмотрим опции. Достаточно такие банальные сложности. Смотрите, как называется Джобер, Мидкарт, Legend. Пусть будет Мидкарт. Выходы есть, нокауты есть, менеджеров можно включить, отключить. Давайте включим, то ничего-то отключено здесь. Но звук понятно, понятно. Театр есть тут еще. Интервью какие-то. Интервью. Концовки карьер. Рисунки, концепт-арт. Ну, концепт-арт закрыт. Что, прям интервью, что ли, же настоящий? Ого, смотрите, друзья. Тут даже настоящие видео есть с легендами. Интервьюшки их. Прикольно сделано, прикольно. Бруно Сан-Мартино. Да, неплохо. Так, ну за такие видео, наверное, страйк могут лепить, поэтому я их не буду включать. Эдди Герреро, серьезно? Тут Эдди Герреро. Даже... А, кстати, насчет Эдди Герреро. Интересный факт. Он есть в данной игре, так как в то время у него закончился контракт с WWE, он был свободным агентом. Но, когда вышла игра, он переподписал контракт с WWE, но в игре остался. Вот так вот. И в Shut Your Mouth он тоже был, поэтому он вот сразу был тут и там, так сказать. Но в этой игре нет Роба Ван Дамма. Потому что он как раз переподписал контракт. Смотрите, тут скрытые рестлеры. Капитан Луи Албано, Мистер Фуджи, Джимми Хатт, Бобби Хинан, Гранд Визор какой-то, Киллер Ковальский, Тренер Типалеча, Киллер Ковальский, Кинг Кук Банди, Абдулла, Бучер, Джерри Сакс, Брайан Нопс, Биг Джон Стат, Бруно Сан-Мартино, Бульдог есть британский, Оуэн Харт, Энди Кауфман, это, по-моему, какой-то актер, что ли, американский. Точно не знаю, но вот какие-то звезды, видимо, еще есть, даже не рестлеры. Ладно, поехали, поиграем матч. Давайте. Менюшка, кстати, такая симпатичная. Вот танец. Танец троих, четверых. Батл Роял есть. Батл Роял, как говорит Мэтт Харди. Так, клетка и лестница. Ладно, давайте. ВС матч. Можно за судью играть. Вау, прикольно. Я в свое время пропустил эту серию игр, так как в моем Хабаровске не было таких игр. В смысле, вот такая именно не продавалась вообще. Смотрите, ростер тут есть. Биг Дэдди. Ой, кто это такой, я его не знаю даже. Ну, Хоган, понятно. Хоган, Брэд Харт, Скотт Штайнер. Мик Макманус какой-то.
Мамам, блядь. Мик Макманус, блин. А. Это не Хибели Джим. Кендо Нагасаки. Это, видимо, какие-то местные рестлеры. Так. Стоп, куда я? Стоп, а как я переключил на какой-то другой выбор? А вот. У нас Сид Вишес, Роди Пайпер, Андрес Джайнт, Терри Фанк, Лаулер, Джимми Снука, Боб Бэклунд, Джим Даган, Джордж Стил, Тед Дибиаси. Ну да, тут такой чисто ростер легенд. Вот даже отец Рока есть. Рокки Джонсон, отец Альберто Дель Рио, Мил Маскарас даже есть. Суперстал Берри Грэхам, Эдди Герреро, Бам Бам Бигелоу есть. Айрон Шейк, Грег Валентайн, Мистер Вандефул, Пол Орнов. Так, Дорожные войны, Скотт Штайнер, Доктор Дэв Стив Уильямс, Энимал, Кэрри Ван Эрих, Тони Атлас даже есть, Дон Мураков, Николай Волков, Харли Рейс. Нифига тот ростер. Здоровый, смотрите, Брайан Пилман даже, Тито Сантана, Иван Пуцкий, какой-то польский рестлер, Иван Колов, The Shake, Сабу, Рик Мартел, вот эти саксы, Фриц Ван Эрих, о господи, Коко Бивер, Динамит Кид, Кевин Ван Эрих, видимо, тут вся семья есть, его Рики Мортон есть, Роберт Гибсон. Так, Рашки, это кто? Бэрон Вон Рашки какой-то, он Мэнгэнг. Вот Стеф Эдди Гилберт, Ковбой Боб Ортон. Вот Вон Эрих еще какие-то. Закрытые рестлеры, да, и даже закрытые. Ну, я даже не знаю, за кого сыграть. Вообще, по классике хотелось бы сыграть за Хогана. Но мне что-то интересно стало. Насчет Эдди Герреро я сыграю за Эдди. Что-то вообще в сторонней игре, вот у него даже атирки есть. А в сопернике я, пожалуй, возьму. Мне очень интересно, если тут у Пола Орнов, его вот музыка «Мистер Вандефул». И чисто ради музыки я возьму его в соперники посмотреть, послушать. Конечно, тупо, не правда ли? Но, блин. Смотрите, конфигурация тут есть матча. Арену можно выбрать. Мексико. Монреаль. И дальше закрытая арена. Хотя вот это какая-то открытая. О, Москва даже есть. Нифига себе. Москва есть, но Москва закрыта. Ладно, поехали. Что-то мы в меню пересидели. Так, надо посмотреть управление. То я его не знаю. Так. Скупслэм. Head between legs. Чё? Чё? Head between legs. Голова между ног? Чего? Чё? Голова между ног? Не понял. Head between legs. Это мы в рестлинг играем или чё? Или в пособие по Камасутре? Голова между ног. Не, может, я не так посмотрел, но, по-моему, там так и было. Написано у Эдди Герреро какая-то музыка странная. Ну, явно выдуманная музыка, по-любому. Ну, движение более-менее похоже. У него музыка настоящая, его. Только инструментал, видимо, без слов. Да, музыка его. Тут, видимо, были проблемы у определенных музыкальных тем. Wonderful. I call him Mr. Wonderful. You know. Так, вот другое управление. Ладно, посмотрим. Все-таки не стоит забывать, что эта игра не по лицензии WWE, поэтому тут песня на WWE вы не услышите никогда. А вот в ВЦВ, например, тут есть музыка у Халка Хогана. Так, управление странное. Полудрайвер! Ух, бля, кредл полудрайвер. Блин, вот этот кик меня пугает. Это как будто не рестлинг какой-то. Так. Че постоянно ему крестик пишут, а мне? На самом деле, фановая игра, по-моему. Ух, ёп. Вот это, что ли? Вот такой вот рок тут играет в меню. Во время матча комментариев тут нет никаких. Вообще, если бы в свое время эту игру не пропустил, то, наверное, играл бы в нее. Так, тут такая музыка, как будто из этих нарезок. По боям, смотрите, судья-то дива. Ёп, нифига, судья, девушка. Ни хрена себе. Бамс. Я так понимаю, тут можно как-то захваты типа это, как бы это сказать, создавать. Не, управление, конечно, немножко дичь, суть, кровь как капает. Че мне по квадрату нажимать? Твою мать. Ты че, слэджхаммер взял?
Crossbody, хорошо. Неплохая музыка, интересно, лицензированная, нет? Блин, кровь, это такие пиксели на ринге, лол. Это тупо вообще. Вау, Full Nelson Suplex, фу, Dragon Suplex, извините. Все, Small Package. Если честно, не знаю, что я вообще провожу, потому что я управление не до конца посмотрел. Да достался, я хочу прием сделать. Что-то одно и то же провожу. Сколько раз я это уже провел за матч? Таунты есть? Есть, да, вот. Это его таунт. Touch me. Крестик. Чё мне крестик пишет? Я вроде жму, нифига. Во, другой. Нет, то же самое, к сожалению. Ща, ребят, просто управление сложное. Видимо, тут есть какие-то реверсы, но у меня это не получается. Как ты взял предмет? Тварь. Так, окей, я за ринг смог уйти. О, нормально. Вот, это хорошо. Так, тут есть этот прыжок? Нет, это аркадное управление, конечно, немножко убивает. Есть тут этот прыжок? Выпрыгнуть нельзя? Можно. Нет, нельзя. Стул. Нифига, стул отлетел в духе WWE игр. Так, то ли я крестик жму не вовремя, то ли чего. О, чок-холд. Блин, ну на жизни почти равно, но у меня моментум накопился, можно сказать, так. О, вот, да, он мне проконтрил. Чоп, дропкик, извиняюсь, что разнообразия от меня нет. Нифига себе он перевел, как классно. Ух ты, вот это да, классно было. Так, я понял, что на крестик у нас блок. Видимо, его надо просто вовремя нажимать. Во. Я, по-моему, финишер накопил, нет? Опять прошу прощения за одни и те же приемы. Вот другой. А, ух ты, ёб, это он контрил. Нет. Реверсы тут классно делаются. Да ёб! Воу-воу-воу-воу-воу, классно реверсы. Воу, папа-бомба перевел. Бостон Краб, вот это задница. Я надеюсь, тут за ригом не считается нокаут. У меня жизни нету. Опять одно и то же, ребята, извините. Я понял, надо было нажать крестик во время этой фигни. Мне кажется, или не считается за ригом. Короче, надо как-то все рассчитать. Так, что? Давай. Во, нормально. Так, сейчас я пойму немножко, как его развернуть. Пакетик. Квадрат. Вот, вот, разворот. Разворот на R1, да. О, слипер холд, хорошо. Отлично. О, лоу блоу, фак мой щит. Так, чё, нажимаю крестик. А, вот, Head Beating Legs, понятно. О, Fugifo. Ууу, нормально. Почему я это делаю Fugifo? Так, а как в режим финиша разойти? Судя по тому, что у меня, по-моему, накопилась полоска. О, я сделал контратаку. Пожалуйста, другое. Ох ты, пауэрбамп. Заебись, у меня, по-моему, забрали финишер, да? Да. Нет, пауэрдрайвер самый обычный. Я, по-моему, скоро сдохну. Он меня тут по-всякому сворачивает. Я опять с реверсом обосрался. Меня хочет на ринг вернуть, да. Так. Ладно, сейчас я тут что-нибудь покажу. Так, предположим, R1 заходить на ринг. Ой, L1 заходить на ринг. Остановись! Смотрите, бот повис. Ты серьезно? Ивала, раса! А чё не прыгает? А, во! Ох ты! Отлично. Давай. Хрум-хрум-жум-жум.
предмет как брать. Я сейчас обосрусь, по-моему, мне кажется. Упади! Упади! Пиздец, мне похож пришел. Как вырываться? А, я еще и вырвался. Нет. Я, по-моему, смог сконтрить. Смотрите, как красиво получил. Ух ты, вот это великолепно. Как на финиш разойти? Так. А-а-а. Чё, как? Вива ла раса. О. Как фрогсплэш делать? Ух ты. Как удержать? Тут есть управление? Нету. Печально. Ух. Когда не знаешь заход на ринг. Так, я, по-моему, опять смог сконтрить. Да, я проследил за этим. Охренеть. Хороший немец получился. На самом деле очень напряженный бой. Я делаю одно и то же, извините. По-моему, он должен еще сдаться. Жизни-то нет. Все, да, eliminated. А, хороший судья. Ой-ой-ой, судья, не надо. Не обратили где-то по финишу. В общем, закончился матч. Тут нет особо никаких празднований. Просто написан вот стиль. Бьют, типа. И как бульцин. Так, вы получили одну зеленую монетку. Пожалуйста, сохраните игру. А, это, видимо, чтобы бойцов открывать, да? Ладно, сохраню. Да-да-да, не страшно, не страшно. Видно карточку памяти. В общем, друзья, такая вот игрушка у нас. Тут еще карьера есть, смотрите. Даже карьерка есть. Вот, не знаю, блин, если хорошо зайдет, то я могу скачать, в принципе, другие части. Первую, третью поиграть. Или вот эту продолжить. Так говорить, пройти, может, даже карьеру. Хотя это, конечно, смешно, кому она будет интересна. Ну, в общем, друзья, пишите, как вам данная игра, понравилась ли, играли ли вы в нее в свое время, потому что она, в принципе, редкая для СНГ стран. Но, возможно, кто-то из вас в нее играл. В общем, с вами был Денис, группа AGT. Не болейте, фрукты кушайте, яблочки. Всем пока-пока!